К другим темам. Атака на политика. Зампреда партии «Парнас» Владимира Карамурзу в Нижнем Новгороде закидали яйцами. Видео на лайв прислали через приложение «Лайфкор». Инцидент произошел в самом центре Нижнего Новгорода, на улице Большая Покровская. Встреча парнасовца с нижегородцами состоялась недалеко от ресторана. Когда Карамурза решил утолить там голод, то подвергся вот такому внезапному нападению.